Всем привет! И с вами, как всегда, я, Макс Рудода, и это мой новый формат на канале. Здесь я буду доносить разные интересующие меня новости, темы, разоблачать разных нехороших людей, ну и, в принципе, общаться с вами. Наверное, самый популярный вопрос у многих ко мне – это «Макс, а что с Чернобылем? Вашу квартиру в Припяти и вправду ограбили? А почему ты не поехал вместе с Криосаном в этот раз и скоро ли ты умрешь от радиации?» В этом ролике хочу ответить на все эти вопросы, возможно, даже вставлю некоторые фрагменты, которых вы никогда не видели. Также затронем тему вандалов, потому что они почему-то сейчас очень активны в Чернобыле, и они все там разбивают, разрисовывают. И также я пригласил в эту студию, наверное, самого популярного туриста Чернобыля, Саню Криосана. Вместе с ним мы пообщаемся на интересные темы, так что усаживайтесь поудобнее. Это видео, наверное, будет очень интересное. Готовьте чаек и помпушки, так что врываемся в новое видео. Я был в Чернобыле всего два раза. И в первый раз я специально туда поехал на официальную экскурсию, чтобы для себя понять, а стоит ли туда ехать неофициально, к чему себя готовить и какие опасности меня могут там ждать. Скажу честно, мне было очень интересно оказаться в знаковых местах, которые я видел только в фильмах и сериалах. Понять, а как это, когда природа взяла верх над человеком? Ну и после официальной экскурсии я разрушил для себя очень много разных мифов по поводу радиации и в принципе понял, что Чернобыль не такой уж и опасный, как о нем говорят. А во второй раз я уже поехал вместе с ребятами с канала Криосан. Вот этот поход мне запомнится надолго. Так как тогда я испытал свой первый мандраж по всему телу. Когда ты пролазишь через дырку в колючке, бежишь по полям, чтобы тебя охрана не поймала. Ну и ты полностью выходишь из зоны комфорта, потому что там полная антисанитария. Я в буквальном смысле спал с тем фактом, что в моем матрасе живет мышь. А это, знаете, чувство не из приятных. Естественно, нам нужно было как-то поддерживать нашу гигиену. А я напомню, мы жили в Чернобыле, и у нас не было возможности пользоваться водой, потому что ее там просто не было. Мы умывались и мылись простыми салфетками. Единственное, мы себе позволяли использовать воду нашу питьевую в целях почистить зубы, и то это был наш максимум. А я напомню, мы делали там ремонт, а ремонт — это чуть-чуть пыльная работа. И кто не помнит, вот так выглядела наша квартира до ремонта, а вот так она выглядела после. Лично меня очень удивила природа в Припяти, потому что ей там никто не мешает. Деревья растут где хотят. Вот, допустим, дерево на крыше девятиэтажки. А на этих кадрах вы видите, как заросли улицы, и создается впечатление, будто ты гуляешь не по городу, а по лесу. Но также я хочу затронуть еще очень важную тему, тему вандалов, потому что их с каждым годом становится все больше и больше в Чернобыле. Когда мы прогуливались с ребятами из Криосана по улицам, по квартирам, которые уцелели после взрыва, мы обратили внимание, что все, что уцелело, оно было разрушено. Диваны, они были разрезаны ножом, даже... Я даже вот, честно сказать, не могу понять, почему были разбиты все унитазы. Напишите в комментариях, почему они разбивают именно унитазы, потому что там нет воды, там же, ну, смывать элементарно нечем. Также они пользуются краской и баллончиками, чтобы разрисовывать граффити, разрисовывать стены, стелы. Вот когда мы с ребятами проносили баллончики и краску, у нас была одна цель – сделать ремонт в квартире. У них же цель – это испортить. Например, они обливают краской стелы, даже ковш смерти, на котором мы с ребятами зафиксировали более полумиллиона микрорентген, тоже зачем-то разрисовали в розовый цвет. А это, наверное, самое опасное место в Чернобыле, ну, незащищенное место, куда любой человек может подойти. Ну и, наконец, мы подходим к самому популярному вопросу, который мне так часто задают в ВК, в Инстаграме и на Ютубе в комментариях. Макс, а кто же ограбил вашу квартиру в Чернобыле? Друзья, минутка рекламы. Хочу всем вам напомнить о том, что есть такой динамичный бесплатный онлайн-шутер, как игра Warface. Warface – это красочная графика и низкие системные требования. Игра запускается почти на любом компьютере. В Warface доступно более сотни видов современного стрелкового оружия, и на данный момент малое количество шутеров может похвастаться подобными показателями. В Warface можно как сражаться с другими игроками, так и проходить совместные миссии во всех уголках планеты, которые включают в себя миссии в Припяти, Японии, Африке и Сибири. Многие писали и спрашивали: «Макс, а на каком сервере ты играешь?» Я играю на сервере Браво, и за месяц я неплохо себе поднял скилл. В Warface отличная графика, и постоянно добавляется огромное количество нового контента. Режимы, карты, появляются новые стрелковые оружия, которые по своим характеристикам и внешнему виду максимально соответствуют боевым оригиналам. Фух, ребят, так что качайте Warface бесплатно по ссылке в описании и получайте от меня крутые бонусы. Тем самым вы поддержите мой канал в развитии. Увидимся в Warface.
«Макс, а кто же ограбил вашу квартиру в Чернобыле?» И честно сказать, когда мы делали ремонт в Припяти, мы прекрасно понимали, что наши ролики вызовут большой интерес в принципе к нашей квартире, много желающих появится, которые захотят просто побывать там, и также вандалы, о которых я говорил выше, они просто захотят туда ворваться, разорвать диваны, кресла, просто ножами, как это они обычно делают, может быть краской залить, чтобы никому не было повадно там жить. Но реалии не совсем таковы. В моменте, когда мы строили квартиру, в Припяти было довольно-таки много разных сталкеров. В том числе, возможно, вы знаете, есть такой начинающий блогер Стас Полесский. Он снимает только о Чернобыле и про Чернобыль, то есть такой чернобыльский блогер. И вот он единственный из всех сталкеров знал, где именно мы делаем эту квартиру. И как только нас не стало в этой квартире, он врывается в эту квартиру прямо в этот же день, снимает контент и выкладывает сразу же фрагменты, которые называются у него на канале «Я нашел квартиру, которую сделал Криосан». И тут, знаете, мы еще не успели даже смонтировать этот фрагмент, а у него на канале он уже выходит. То есть он просто решил похайпиться. То есть обычно у него набирают ролики по 30, по 40 тысяч просмотров, а здесь уже 300-400. Ну то есть чувак сорвал хайп, ну... Типа, окей, ладно, мы думали, ну, на этом его гадостные поступки, они закончатся, и он перестанет это делать, потому что, ну, это неправильно. Но когда ребята ворвались во второй раз в Чернобыль и в Припять, они обратили внимание, что всю нашу квартиру просто вынесли. Я хочу вам напомнить, что очень нелегко было пронести столько много стройматериала, столько много вещей в саму Припять, потому что это очень опасно и очень тяжело. Так что пишите в комментариях, как на ваш взгляд, правильно ли поступил этот блогер Стас Полесский, что он взял, просто украл наши вещи и присвоил их себе. На мой взгляд, с нравственной стороны это неправильно. Конечно, я подчеркиваю, что это реально общее достояние, что это не наша квартира, собственно, то есть это может заходить любой человек, но... Трогать вещи, красть, обливать краской, разрушать то, что мы построили, на мой взгляд, это неправильно. Пишите в комментариях, как вы думаете. Особенно хайпиться на всем этом, выпускать ролики с кричащими названиями. Там празднуем Новый год в квартире Криосана. Мы нашли квартиру Криосана. Типа, ну, на мой взгляд, это неправильно. И ребята, которые были недавно в Чернобыле, а именно в Припяти, они сняли контент, и Антоха, Саня, я, Димон... Они все очень расстроились, когда увидели, что наша квартира наворованная. Вот даже какие эмоции были у Антохи. Да просто столько души было вложено в эту квартиру. Макс старался, обивал кровать. Смотрите, они гады просто взяли и сорвали тупо нашу обивку. Мы наоборот хотели показать людям, что делайте только добрые поступки. У него аж слезы выступили. Даже когда я смотрел этот фрагмент, я не мог поверить своим глазам, что действительно все украли и все вынесли. У меня есть отличная возможность в эту студию пригласить Саню и лично у него поспрашивать вообще в принципе о Чернобыле, какие у него планы и что произошло с нашей хатой. Так что магия видеомонтажа, хоп, и появляется Саня. Да сейчас будем фристайлить на ходу. Сейчас будем. Ребят, сегодня в студию пригласил своего знакомого Саню с канала Криосана. Думаю, вы все его знаете. Мы вместе с ним ездили в Чернобыль. И, наверное, это самая знаковая фигура по поводу Чернобыля. Ты много раз там был, я знаю, да? Ты можешь вообще рассказать зрителям, стоит ли туда ехать вообще, в принципе, в Чернобыль? Просто очень много кто хочет, а стоит ли им ехать туда? Ну как, это все от желания зависит. В принципе, поехать может любой желающий туда. Ничего там такого страшного, сильно опасного нету. Ну вообще рекомендуешь им ехать или нет? Действительно? Да, я рекомендовал бы, конечно. Это новые впечатления, новые ощущения. А вот многие переживают из-за того, что там большая радиация, в плане того, что вот ты там был, ты не чувствуешь проблемы со здоровьем, что там у тебя плохо? Нет, ничего не чувствую. Да, я не мог бы чувствовать, если бы даже попал где-то под большую радиацию. Последствия проявляются не сразу. Но тем не менее... Когда там находишься, надо соблюдать некоторые нормы радиологической безопасности. То есть в местах, где фон повышенный, надо находиться ограниченное время. Да, кстати, когда вот мы были вместе в Чернобыле, ты все время говорил, чтобы мы протирали рот салфетками. То есть, чтобы некие частички, да, ты говорил, мне нужно словить было. Да, но это вторая опасность. Можно съесть радиоактивную пыль, там пылинки маленькие, или где-то вымазаться что-то радиоактивное, потом с грязными руками это все внутрь попадет. И что будет? Ну, будет плохо, совсем плохо будет, поэтому этого нельзя допустить. Кстати, вот, есть чуваки-то, которые в ковши залазят, это вот, понял? Mm-hmm. Вот, как ты думаешь, вот что-то им будет вообще после этого? Ну, они, конечно, ближе намного зоны риска, но я скажу тебе, что им тоже вряд ли что-то будет. Это только, наверное, если он прям в этот ковш залезет
языком облизнет это вот черное пятно. Не, ну если языком, то, конечно, да, будет. Это первый вариант. Второй вариант, если он там просидит достаточно долго. Это сколько нужно там просидеть? Минут 10, наверное, 15? Ну, ты знаешь, да, наверное. Ну, хотя там кто-то считал, говорит, что даже 10 минут недостаточно, надо несколько часов. Часов вот именно в самом ковше, да? В самом ковше при этом сидеть, понимаешь? Поэтому я случайно прям до вот этого серого пятна рукой прям коснулся. Потом телефоном раз 5 коснулся. Ох ты, ё-мо, я с тобой здоровался. Мы потом сразу после этого мы проверили дозиметром. Ничего вообще нету. Потом, разумеется, все влажными салфетками еще оттерли. Угу. Приезжаю домой, но дома же вообще чисто, фона никакого. Проверяю, нигде нету, ни на дозиметре, нигде вообще ничего. Угу. Короче, все, что могло, там оно все уже стерли. То, что на поверхности было. То, что там осталось, оно уже так въелось в сам ковш, его так просто на разубилом надо отбивать. Вот я смотрел твой ролик, вот как раз таки я не поехал с вами в этот раз. И там почему-то все пропало в квартире-то. Куда оно все делось? Вы решили этот вопрос? Ну, нужно понимать, что это как бы открытое место. То есть мы с самого начала понимали, что есть риск, что просто обворуют. Вот. К несчастью, так и случилось, хотя мы тщательно пытались скрывать местоположение. Ну да, конечно, мы даже не светили на своих роликах никогда. Да, мы специально показывали кадры с других, домов, подъездов, других районов. Да, там, чтобы никто не видел. Да. Найти по видео было невозможно. Ну, можно было найти, но не этот бы дом все время. Да, потому что мы все время показывали, даже с окон, когда показывали видео, мы все время с других домов показывали. А каким-то образом, есть ну, там как, блогер один, образом. Есть такой блогер один, Полесский, один, да, называется? Не будем называть имя, там есть один сталкер, такой не очень хороший, короче, он нас там спалил, увидел. Причем он даже выложил квартиру, насколько я видел, да, еще до того, как вообще ролики вышли, в принципе. Ну, он специально, да, чтобы похайпить, старался раньше нас выкладывать, и даже забивал на монтаж, быстренько только заснял, сразу заливал на YouTube. Знаешь, вот типа обидненько было, что вот сколько мы, помнишь, добивали... Все это делали, я смотрел видос, а там просто даже обивку содрали. Зачем обивку-то сбирать, да? Там, ладно, там когда ковер украли. Не, ну обивку содрали, понятно зачем. Он ее отодрал, аккуратненько снял, нигде не порвал. И там же рядом же степлер лежал, чтобы в своей хате другой, в которую он водит туристов иностранных, обить свой диванчик. Обидно было, очень обидно, потому что столько труда все это донести, столько сделать. Мы надеялись, что хотя бы год квартира должна была простоять, пока ее найдут, все такое. Но по факту прошло буквально... Но он туда зашел буквально сразу после нас на следующий день. Уже он же знал, что мы там, понимаешь? Да, он просто знал, что мы там, он знал, где квартира находится изначально. Он один единственный это знал. Кроме него и Димона, нашего проводника, больше никто не знал, где находится квартира. Ну да. И он только там, дождался, как мы вышли. Он там эти разные факты о том, что это его квартира, это он там ее все сделал. Ну, его квартира это никогда это не было. Это общая квартира. Это общая, что Чернобыль, там нет, в принципе, ни у кого своих квартир. Ну, во-первых, да, эти квартиры принадлежат бывшим хозяинам Чернобыля. Да, а во-вторых, да, он когда-то 2 года назад один раз, я так понял, там переночевал, но так как он ходит в Припять постоянно, он практически во всех сталкерских квартирах ночевал. И теперь он себе присваивает, можно сказать, все сталкерские квартиры, типа это не его. Кстати, еще видел, что там был альбомный лист, типа спаленным или полиция, там что-то там. Да, тут другие написали сталкеры совсем, они оказались не виноваты, потому что зрители сразу же на них подумали, там был сталкер, батя и Джо, если не ошибаюсь. То есть они хотели чисто прикольнуться над нами, написали там. Ну короче, просто по факту она еще не была спалена полиция, да, в тот момент, наверное, так думаю. Да, она может быть и сейчас не спалена, ну... Была бы там полиция, они бы как минимум бы, не знаю, окна выбили, чтобы там никто не жил. По факту все целое, повреждений никаких нету. И самое странное, зачем-то еще дверь сняли. Тоже аккуратно, ничего не повреждено, там не раскурочено, нету ни стекол, ничего. Просто сняли дверь и унесли далеко. Да, вот я когда смотрел эти кадры, мне так обидно было. Там еще Антоха так драматично воспринял всю эту ситуацию. Ну да, он такой эмоциональный, он просто не ожидал это увидеть. Не, ну конечно, да, я был очень расстроен. Ну и вообще по факту, какие у вас там, ну, взаимодействие с этой квартирой будешь продолжать или нет? Не, ну мы, конечно, если будем приезжать, будем заходить, показывать зрителям, что с ней случилось. Да. Но вообще мы хотели бы найти другую квартиру. Там есть другие дома, очень далеко находятся, в них сложно попасть. Есть еще идея не в самой Припяти, а в селе сделать ремонт. Потому что есть села прям в лесу, так далеко находятся, что их не найти, и там довольно неплохо. Пишите в комментариях, было ли вам интересно, чтобы вот ну, такое видео посмотреть, что есть, ну, то есть новый ремонт, только в другом доме. И вообще, может, какие-то у вас будут прикольные предложения. Тоже пишите это все в комментариях, мы все это прочитаем и примем к их сведению. А может лучше сделать ремонт тем жителям, которые до сих пор живут в Чернобыльской зоне, там мы показывали бабушку. А у той бабушки, да. Ну кроме бабушки, там еще есть другие жители, может им как-то помочь. Все-таки государство не очень им помогает, а и живут они как бы незаконно. Кстати, есть такой канал «Слово пацана», может видел?
Да. Очень крутой чувак, вот он помогает всем. Честно, не видел ролики, но видел названиях там. Ну, он очень крутой чувак, вот он, знаешь, занимается благотворительностью, вот там делает тоже там и ремонты бабушкам он делал, и помогает всяким учителям, то есть, ну, крутой чувак. Почему-то вот многие люди пишут, хочу с вами поехать, хочу, почему? Во-первых, пишите не мне, ребята, пишите, я ничего не говорю, что я просто ничего не решаю, пишите Сане. Вот, и пишите в комментариях, почему вы хотите поехать в Чернобыль, что вам там будет интересно, и какие-то, может быть, прикольные комментарии, мы их обязательно посмотрим, и, может быть, даже и с вами что-то придумаем. У нас там грандиозные такие планы. Я говорил уже на стриме, что 3 новых проекта будет, и все по масштабам круче, чем ремонт в Припяти. То есть, ну, они настолько крутые, что мы таких еще не делали, мы настолько масштабных. Я даже немного переживаю, сможем мы, осилим или нет, но там реально надо будет работать на пределе возможностей. Я выносливость сейчас стараюсь развивать. Выносливость? Да, качаешься? Больше там. Не, ну качаюсь, я не знаю, поможет это или нет, походы в основном. Походы длинные, там велоспортом там занимаюсь тоже. Потому что там, не знаю, мне такое чувство, там помереть могу. Кстати, вот мы еще не... хочу затронуть тему опасности. Ребят, вы должны понимать, если вы решитесь идти в Припять, то это, ну, довольно-таки опасное мероприятие, поэтому не рекомендуйте самому ни в коем случае. Первый раз нужно идти обязательно с таким человеком, который там был, потому что кроме того, что вы можете попасться охране, там постоянно есть опасность нарваться на радиоактивные места. В-третьих, есть опасность, это дикие животные. Ну, четвертая опасность, это то, что здание, строение, все это в аварийном состоянии. Вы просто можете где-то провалиться, где-то упасть, поломать ногу. Ну, то есть, надо понимать, что это не развлечение, это не туризм, не, как сказать еще? Ну, это туризм, не курорт да. вообще. Ну, да. Прохладно у тебя тут. Так ты сидишь экономишь, в маечке. Наверное, да? Да, я экономлю, у нас прохладно, отопление здесь крутое. Ребят, ну что я вам хочу сказать. Если есть желание, конечно, стоит посетить такой город, как Припять, тоже зону чернобыльскую. Но будьте осторожны, берегите себя. С вами был Александр Криосан и Макс Рудада. Ну что, ребят, большое спасибо Сане за то, что он пришел ко мне в студию, мы поговорили и обсудили какие-то важные вопросы. Ссылка на его канал будет в описании, так что если вы еще не подписаны, обязательно подписываемся. Если вам действительно очень интересна тематика Чернобыля и вы бы хотели, чтобы я туда заново поехал, давайте наберем на этом видео 20 тысяч лайков, и тогда я снова поеду в Чернобыль. Хотя я уверен, что у вас не получится собрать здесь 20 тысяч лайков, и я туда не поеду. Но если вы наберете, то мне придется. Пишите в комментариях, какие-то, может быть, идеи у вас есть по поводу этого. Что вас еще интересует? Может быть, в следующем ролике я тоже отвечу на какие-то интересующие вас вопросы. И как вам, в принципе, этот формат, моя студия, свет, софтбоксы? Очень интересно почитать это все. И, конечно же, на следующей неделе новый социальный эксперимент. Я был вас всех очень рад видеть. Пока и до скорого.